Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Cubot X70. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс настроек приложений. Итак, для этого мы открываем настройки, далее проходим в раздел «Приложения». Здесь мы выбираем «Показать все приложения», нажимаем на три точки в правом верхнем углу и нажимаем «Сбросить настройки приложений». Нажимаем «Сбросить». И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.